Всем привет! Сегодня я хочу показать небольшую свою посылку с сайта I Love Me. Посылка ехала примерно неделю, это довольно быстро из Санкт-Петербурга. Сам сайт довольно известный, там разная бижутерия, у многих блогеров есть подобные видео. Я решила воспользоваться возможностью такой и выбрать небольшой себе подарочек. Вот так выглядела упаковка, все было хорошо упаковано, ничего не повредилось в дороге. Вот такие серьги я заказала. Как написано на сайте, серьги от бренда Руслан Такаев. Этот человек занимался ювелирным искусством и уже 25 лет создает собственные украшения. Серьги с двумя кристаллами Сваровски, гипоаллергенны, металл под серебро. И, видимо, голубой шарик – это акрил. Хотя, честно, я думала, это будет какой-нибудь настоящий камень. Английский замочек, кстати, очень хорошо закрывается и открывается. Вот он, стразик Сваровский. И вот такой петелькой закреплен сам акриловый шарик. Сзади все достойно выглядит, очень аккуратно. В целом серьги хорошего качества. В ушках сидят очень комфортно, ничего не давит, ничего не мешает. По весу довольно легкие. Мне понравились. Подобных я не встречала, не похоже это на Китай, так что советую присмотреться к данному сайту. Возможно, вы что-то подберете и себе. Поздравляю всех, кстати, с новым наступившим 2015 годом. Желаю только всего самого-самого теплого, душевного и хорошего, чтобы год был лучше предыдущего и ваши мечты всегда исполнялись. Спасибо большое за просмотр. До следующего видео. Пока.